Привет. Хочу принести свои извинения за то, что видео не было целый год. В сегодняшнем видео разберем, что носят true фрешмены и как одеваться, как эти шакалы. Если на моем канале есть здравые парни, то напишите, стоит ли мне делать видео про то, как одеваются пиндосы. Или же матушка Россия еще не готова к такому свегу. Но перед началом этого видео я бы хотел тебе помочь, брат. Я знаю, что ты хочешь иметь дрипчик, одеваться как опиумные мрази. Или может как опасные угольки из Нью-Йорка? Но, поскольку ты родился в Якутске, и все твои деньги уходят на то, чтобы не замерзнуть и не умереть с голоду. Но не печалься, родной, у меня есть решение. Реплики один в один с моего ТГК-канала. С Китая, Таобао, Хуяо, выкупаю везде. А если ты не знаешь, как найти шмотку на том или ином маркетплейсе, то просто пиши админам. Они найдут тебе любую шмотку. И по возможности даже не пошлют нахуй. Все вещи из этого видео доступны под заказ. В общем, сервис высший пилотаж, быстрая наценка, маленькая доставка. Ссылка на ТГК в закрепленном комменте. Начнем с Меладзе. Но не с Валерия, а с Гоги Меладзе. Также известного как Бэйби Мэла. Ну что тут сказать можно? Время накатать заяву, время накатать заяву, время накатать заяву, время накатать заяву, время накатать заяву. Начнем с того, что Бэйби Мэла хоть и диссил Вайперов, но сам не без грешков. На этом фото запечатлен Бэйби Мэла, ракающий Рик Кованс Геобаскет. Возможно, некоторые фанаты этого исполнителя сейчас ошарашены, но такова горькая правда, друзья мои. Также Гога очень любит джинсы Амири. Базару нет. Стильно. Также на нем мы могли видеть худаки и тишки от Мэйсон Марджелл. Ну и куда же без пухана Монклер? Следующий глист на очереди Анки. Вообще парень скрытный очень. Много информации о нем мы не имеем. Но известно, что паренек любит Рик, Геобаскеты, Рамон и все дела. Джинсы True Religion. Полный ньюген. Настоящие мужики ракали трушки еще в начале 10-х. Напоследок такой лонг от Chrome Hearts. Ну и такой шлем 4 уровня. Правда, хуй знает, откуда берутся такие. Календжо! Димас, сука! Два брата-акробата. Что можно сказать об этих парнях? Так-то вроде парни ровные, зихеров за ними не было замечено. Ералаш они забыли. Любят Баленси, Рик Кованс, Живанши, Аликс и пизди треки с запада. Ну кроме шуток, парни реально одеваться умеют. Следующий у нас на очереди сперматоксикоз. Ну это конечно колхоз пиздец. Ему точно стоит поучиться одеваться у своих коллег. На ногах у этого паренька чаще всего не уроки. Он просто посмотрел мое видео, как одеваться в стиле Haunted Mount. Из штанов вообще хуй знает. Опиум, Вайпер, Фэшн, СК-8, штаны Y2K. Такие теги ебашьте на ВБ. Может найдете что-то похожее. И вишенкой на торте будет такая зип-худи, за которую лично я бы в ебальник харкнул. Новый светящийся ребенок. Еще один не такой, как все. На ногах Рики, штаны обычные с рынка, а сверху бомбер Витмо. Но самое главное, без чего ни один его отфит не обходится, это снэпбэк Акуитика и огромные очки, прямо как у твоей мамы. На этом все. Наше видео подошло к его логическому завершению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ТГ.